Саша, глупенько, друзья. Они все слушают. Бам-бам-бам-бануло. Ты, разве так можно? Ты ж смотри. Взял этой вонючей ногой, блядь. Убил женщину. Да, у меня, Александр, нету никаких нарезок, где я танцую голый, потому что в интернете я вообще никогда в жизни не снимался и не фотографировался голым, так что это бред. Погода приятная, вечер пятничного дня, так сказать, всех рад приветствовать. Всем спасибо за поздравления с покупкой автомобиля. Алексей Жуков, спасибо. Все прочитал. Хабир Маменко. Привет, Хабир. Давно не виделись. Так сказать, рад видеть. Всем привет. Ну, для начала, в общем, как обычно, ответы на вопросы. Плюс смотрим замечательно. Вот я вам фон выбрал. Камера на прекрасный вид, так сказать, города Нижнего Тагила. Вот смотрите, люди гуляют, веселятся. Вот человек задним ходом сдает мое почтение. Видите, смотрите, он на фургончике на серебристом. Задним ходом, ни хрена себе. А черная машина взяла его и подблочила. Это надо же, блядь, люди как умудряются ездить, да? Я задним ходом, блядь, так не езжу нахрен по парковкам. Ираси, он еще и какую-то втютельку туда, блядь, между внедорожником решил записаться. Сам себя подблочил, еще мотоциклы какие-то, что-то какие-то маневры совершает. Смотри-ка, что, а? Ну какой молодец, блядь. Как он умеет парковаться, да? Смотрите, блядь, рядом с внедорожником, тютелька в тютельку, блядь. Тютя в тютю, как Настя, да, говорит. Залезть решил. Портативная приставка. Да ты скидывал, по-моему, в каком-то стриме название этой приставки. Обычная приставка, как приставка, нормальная. Нормальная приставка. Ну, блядь, чё? У меня до скоро хочу себе на 30 лет фотоаппарат купить в пределах 25 тысяч. Кто знает, хороший. Хрен его знает, какой хороший фотоаппарат в пределах 25 тысяч. Надо смотреть, выбирать там всякие, на это, зайти на какой-нибудь там сайт. Ну, не знаю, там Е-каталог, там посмотреть, посравнивать, там может что-нибудь выбрать. Я не знаю, Sony бы какой-нибудь, я бы Sony какой-нибудь взял. Sony или Canon, может Kodak. Не, не Kodak этот, Sony, Canon или Nikon. Я выбирал бы из этих трех фильм. Про машину, да, можно говорить. Какие планы по ней, кроме ремонта кондиционера? Ну вот ремонт вот этой прокладки, вот эти надо коллекторов поменять. Кондиционер, потом салон в планах освежить. Ну типа там сиденья вот эти подкрасить, как я сказал в видео. Что там еще? Ну сидушки, руль перетянуть. Люди донатят 100 рублей, а ты потом 50 рублей через месяц забираешь от этих 100 рублей. Нахер это надо? Donation Alerts, он, во-первых, и озвучивается, и там комиссия не такая большая. Крутая машина. За эти деньги ты бы лучший Солярис из 17-го года не взял. А у тебя топ. Заведи тиндера себя с машиной с фоткой. Кто ты, Олег? Блогер, интеллектуал, эрудит, плейбой. Все барышни твои на кредит. Спасибо за донат, спасибо. У тебя есть 6 патронов в винтовке? И есть 6 человек врагов. Если у тебя есть 6 патронов и 6 человек, значит ты сделаешь 6 трупов. То есть каждый патрон это труп. То есть пуля, она убивает человека. А не так, что ты пол рожка, блядь, из автомата выпустил и может быть умрет. Вот это меня бесит, пиздец. В новой мафии там, по сути, по геймплею, вот там вот так. То есть ты можешь пол рожка выпустить. И там есть сцена, где они что-то перестрелка в каком-то амбаре, блядь. И реально там пол рожка выпустил, этот враг бежит что-то, блядь, даже не замечает, как в него пули попадают. Что, в укрытие садится? Ну, вообще весело, конечно. Вот это косячок. Привет, Олег, поздравляю, видос глянул, хорошая тачка. Спасибо, Нордман, спасибо, привет.
сленг вот этот используется, там всякие по красоте, дичайше, звонки, блядь, вот это всякая хуйня. Вот эти уменьшительно-ласкательные какие-то там айфончик, хуёнчик, блядь, подъебончик, вот это все. Бесит просто. Шуточки вот эти вот детские, как у вот этого обзорщика, которого вы называли. Нахрен. YouTube, он тем и хорош, что ты можешь выбрать тех блогеров, которые конкретно твоего возраста и снимают для такого же возраста, для тебя. То есть каждый выбирает сам то, что он хочет. Есть куча каналов, и ты можешь выбрать. Короче. Медленно повернись кругом и разряди пушку. Весело. Весело. Медленно повернись. Не, ну я хрен его знает, какая кнопочка за что отвечает. Извините меня, тетенька. Медленно повернись кругом и разряди пушку. Ну вот я повернулся. Ха, вы так, значит, приветствуете новеньких? Только если они вооружены. Жия, приведите его в мой офис. Пойдем, я отведу тебя к Сантосу. Нас атакуют, быстро за мной! Так, за ней надо идти. Займись пушкой справа. Так, сейчас, наверное, стрелять дадут. Ну, давай попробуем. Смотри! Блядь, да их хер поймаешь. Такое управление. Красивое попадание. Найс шот. Ну, знаете ли, если честно, это, конечно, весьма весело и занимательно. Смотри, магнитные мины. Какие магнитные мины? Где они? А, вон они, точно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, там Ми-28 был. Опять плохие русские напали, наверное. Ага, черт, твою же налево, мать, по-моему. Ёб твою мать, это Ми-28. Красивая. Блядь, а где ваш противник? Блядь, в эту мину хрен попадет. Во, попал. Блядь, у них сколько техники-то там? Извините меня, там техники, ё-моё. Хрен попадешь. Смотри. Хороший выстрел. Да выстрел-то может быть и хороший. Ах ты ж, скотина-то. Они как-то волнами, наверное, летают. То никого, то, блядь, сразу куча. Сразу куча. И самолеты, и вертолеты, и, блядь, и мины, которые, блядь, я в итоге не попал, нахуй. Осторожно, блядь, еще бы не осталось. Красивое попадание. Блядь, тетенька только что меня не знала. Уже доверила, блядь, стрелять из какой-то пушки. Осторожно!
Ну, блядь, извиняйте. Магнитные мины! Я вам что так... Да, блядь, чёрт, да хуй попадёшь в этот... Да, бляха-муха, это реально... Хороший, да хуй знает, насколько он хороший. Это... Что трястись-то так начало всё? А, пизда, нахуй. Короче, меня убили, нахуй. А, примерные науки. Олег, добрый день, добрый. Сегодня посмотрел твой рум-тур. Конечно, тебе пора съезжать от Бауш. 33 года, здорово, локс, уже прогресс. Это комнатушку в Хруще, там скоро яблоко упасть негде будет. Но, может быть, накопим на квартиру или домик и съедем. Камерность вот этого фильма, когда ты постоянно часами в замкнутом помещении, вот этом вот, с отвратным запахом, затхлым маслом каким-то горелым. Чем лечишь? Пролапс. У меня нету пролапса. Что такое пролапс? Нет у меня такого. За соточку спасибо. Куда ты идешь? Что-то происходит. Хрен поймешь, что. Ты, это гениальная игра, ты понимаешь? Идешь, персонаж вроде сам что-то делает, сам куда-то ходит, ты его только направляешь, потом бац, и ты умираешь. Схрена ли, зачем, чё вообще, куда, блин? Вот как я, мать твою, должен вообще понять, что меня там сейчас убьют, блядь, если я ни черта не вижу? Я просто приезжаю на каком-то дурацком лифте, который... Я даже не понимаю, лифт это, не лифт, проход, не проход. Чё-то куда-то пошел, бац, тебя убили, играете заново, гейм-овер. И чё вообще? Ну, блядь, чё? Да куда ты, блядь, пошел-то, а? Да, блядь, нажимай ты эту, ёб... Не могу понять ни хрена, сука. Но какая кнопка, блядь? Как ты на... Да, блядь, он не нажимает, сука! Нахрен, блядь, скотина, тварь! Меня уже бесит эта игра, нахрен. Чёрт, побери, сейчас джойстик хрен знает куда упал. Мне нервов не хватает в этой игре. Слушайте, а кто такой еще этот мужик в колготках, так нож, да. Ноженьками так дрыгает? Это Керман. Это Олег Керман. Валик. Это был... Олег Хейтеров Валик. Это уже было. Помнишь, такой был, да? Он такой там. Так, иди нахер. Эй, а чё так, блин, до хрена-то это?